Вы знаете, я очень редко бываю, что в больнице, что в поликлинике. Поэтому у меня карточки даже нет. Персонал, наверное, все-таки. Потому что нехватка в учреждениях медицинских, заработная плата, ну, как мы все знаем, в общих больницах маленькая. Ну вот из-за этого молодые люди не идут. Я на Орлова хожу, первая поликлиника. У нас участковая терапия очень хорошая. Курашова. Ой, записаться к врачу — это стала большая проблема. Это никуда не годится. Охота тебе к врачу попасть. Ты, как сказать, плюнешь на все и будешь заниматься самолечением. Потому что надо сначала к терапевту записаться, потом терапевт решит, надо к тебе, к тому врачу, или не надо к тому, еще может он тебя не записать. А если записать, так опять чуть ли не месяц ждать, а то может и больше. Вот к неврологу у меня, например, папа записаться вообще не может, потому что нет специалистов. Ему с Нижней приходится записываться в Новый Город. Да. И то ждать два месяца. Да. А он инвалид, которому таблетки нужны каждый месяц. Никогда не было никаких сложностей. То есть здравоохранение все нормально? Да, вообще никаких претензий. Ну, мне не нравится то, что ты идешь, когда у тебя что-то болит, а тебе дают через две недели явку к врачу. Вот это мне не нравится. Записаться сложно. Ну, то есть к узкому специалисту, да. К своему терапевту как бы нет проблем. Конечно, их, по-моему, очень много. Я даже не могу сказать точно, но очереди, вот в нашей поликлинике очереди всегда. Надо записываться в пятницу к терапевту. К узким специалистам тоже их... Не все узкие специалисты есть, поэтому проблем хватает. Довольна медициной, очень довольна, особенно вот в современном, сейчас вот в это время, потому что в поликлиниках ремонт сделали классный. Когда дают направление, говорят, запишитесь в регистратуре, регистратура не знает, когда можно записаться, когда из областной больницы придет разнарядка на врача. То есть я даже в министерство думала, надо пожаловаться. Какая-то неопределенность. Знаете, я, наверное, пока еще, слава богу, молод, поэтому не сталкиваюсь с этими сложностями. Нет, конечно же, я там прохожу. Ну, когда ковидом болел, приходил в поликлинике, раньше были очереди. Вот сейчас, пользуюсь госуслугами, заранее записываюсь, и, в общем-то, проблем нет. Ну, сложности, конечно, большие там очередя. Если ты зайдешь инвалидом третьей группы, то идешь первым группам. Потому что, в общем, утром придешь, вечером уходишь. Очень много народа. Поэтому приходится ходить к платным. Вот. А мне это вот обязательно нужно, потому что я сама на инвалидности. И я хожу вот платно. Нету лекарств от сахара. Никакого. Нету. Попробуйте обратиться в поликлинику номер 2 на Нариманова. Вы узнаете все сложности. Там записи вообще нет. Специалистов нет. И вообще ужас один.